Всем привет, с вами Мега Сириус 12, и мы продолжаем проходить игру Stalker Chain Чернобыля с модом RMA, с установленным на этом моде Shadow Addon'ом. Ну, хотел бы сначала вас два раза огорчить, а потом два раза обрадовать, перед тем, как мы начнем играть. Огорчусь чего? Так как это третья часть, а я в третьей части обещал мочить бандюков, но скажу, в этой части мы бандюков валить не будем, это первое расстройство. Почему? Да потому что я не ожидал, что придется с вояками воевать. А так как мы с ним сейчас повоевали, мне сейчас пока не до бандюков. Так что мы их вынесем в следующей части. Ну и второе огорчение, то что часть будет коротенькая, 8-9 минут. Вы сами знаете, что мне нельзя много заливать. Зато, как вы видите, части хоть и маленькие, но их выкладываю много и часто. Ну, кстати, это я, по-моему, сейчас сказал уже первую радостную новость, что я часто выкладываю. Вот сегодня суббота, я обещал днем выложить продолжение второй части, плюс еще вечером выложу вот эту третью часть. Так что считайте, за 2-3 дня дофига видео. Согласны ведь со мной? Согласны. Ну и еще что я хотел вас обрадовать, так как напомните мне. Кстати, да, вы мне вряд ли напомните. Но видео часто выкладываю, да. А, ну и точно хочу вот чем обрадовать. То, что в следующей части мы точно будем штурмовать бандюков. Как раз эта часть будет подготовительная к штурму. Нет, я должен это сделать. Эх, нифига ящик. Вроде деревянный, а походу с броней там. Так, что у нас есть? Ну, короче, мы сегодня будем такую часть опять собирательную снимать. Снимем то-то, снимем это, найдем то-то, заберем это. Ну, как обычно. Так, там мы все обыскали. Ну, идем сюда. Кстати, я не знаю, есть ли там на втором этаже этот, как его. Блин, напомните мне. Какие-то там бронекостюмы, которые из игры разработчики вырезали. Я не знаю, блин, он не достает ножом. О, Патрики на калаш, вот это круто, это круто. Колбаса слоупок. Так, аптечка, энергетика. О, энергетиков полно, кстати. Ну, вот так вот. Повезло нам, что мы в самом начале игры практически вынесли блокпост. Так, грёбаный в рот. Тут будут аптечки или как? Так, теперь сходим на ту часть блокпоста. Оп-оп-оп-оп-оп. Да что за ящики пошли? Кстати. Давай. Может, я их так сломаю? Ну, вообще четко. Так. Тут все у нас, идем сюда. Сами знаете, тут полно еды. Все-таки я не зря бы все брахло выложил. Нифига себе, стаканчик сломал. Пардон. Ой, еще один. Надо бы валить отсюда. А то я так все стаканы заслоупочу. Выключит фонарик засветливый. Так, ну насчет того, что. О, компик, прикольно. А, да, помню такую возможность. Введите пароль, мать твою, я откуда знаю. Может, у нас в КПК есть дневник? Нет. Тоже нет. И какой пароль? Короче, если знаете пароль, скажите мне или в комментариях напишите. Мне искать влом, я уверен, что он где-то здесь валяется, этот пароль. А пока я хотел бы сбегать в одно место, проверить одну идейку. Ну, не знаю, прокатит, нет. А, нету. В некоторых модах, особенно, вот помню точно в Сигериусе, вот здесь дом есть. Но вот в этом моде нету. Ну, ладно. Меня это не особо расстраивает. Теперь нам надо залезть на крышу и там пособирать барахло. Ну, залезть очень просто. Займемся неким паркуром. Хотя это паркуром сложно назвать.
Нет, нет, твою мать. За ногу. Вот тут с прыжками и иногда главный герой криво ножом машет. Вот я не знаю, что за фигня. Так вот, я, по-моему, не договорил насчет полного прохождения этого мода. Еще раз напомню, что я вот более чем уверен, что полностью проходить я его не буду. Скорее всего, мы пройдем только кордон. Так, меня уже эта херня бесит, ну ее нафиг. Не будем читерить, искать какие-то вырезанные костюмы. Более чем уверен, ни хрена не найдем. Или найдем, но его нельзя будет одеть. Так, что-то много говорю. Надо выпить чайку. О, вот теперь хорошо. Так, тайнички, ту часть кордона, это мы все исследуем, но позже. Пока же мы бежим, мы бежим сюда, да, к торгашу. Мое брахло, кстати, у него лежит там где-то. И надо бы разрядить акашки. Ух ты, новый ПМ. Вот я возьму ПМ после ПБ. Только не спрашивайте, почему я взял ПМ, чем он мне так понравился. Просто сам пистолет мне, ну, вообще по реальной жизни вполне нравится. Я не знаю, за что его так не любят. Ну да, мало магазина и чё. Малый магазин, там убойность хреновая, все такое. Так, Волк говорил пообщаться. Не стой толбом, подходи. Отблагодарю, что Толику помог. Да Толику ты... Вся ты меня уже отблагодарил. Молодец. Так, работы нет. Творит. Ладно, хрен с ним. Кстати, ящик для Сидора я взял? Взял. Прекрасно. Потом мы его отдадим. Опять в сырой подвал. Конечно, принес. Еще бы я его не принес. Так, наш новенький ПМ пока выкинем, чтобы я его случайно не продал. Разряжаем АКшки. Подцепляем глушак к бакану. Так, продаем. Так, ПМ-очи. ПМ-очи продаем, да. Еда. Ну, хрен с ним, еда пускай будет. Она тут хорошо лечит. О, аптечка, вот это круто. Это круто. Эпик фейл. Винтики тоже стоит купить. Хороший товар. Еду. Энергетиков-то у меня полно. Неплохо. Хороший товар. Детектор аномалий тут. Хорошо. Ну, будет еще заходи. Обязательно зайду. Так, есть, есть. А, и не забываем выставить патроны. Так, какого фига ты выставил 2 патрона? И тут 6. Ладно. А, надо будет не забыть выставить снова артефакты, да. Но сначала это все нам пригодится. Продавать я ничего не буду. Я вот думаю. Все. Неплохо. Ну, хорошо. Ну, будет еще заходить. Да зайду, зайду. Заходи. Так. Ну и часть, кстати, подходит к концу. Видите, она очень коротенькая получилась. Сейчас мы еще сбегаем сюда. Или. Не, сюда мы не побежим. По идее, я хотел сейчас добежать только до разведчиков из группы Волка. Но у меня сейчас еще одна мысля. Я все-таки человек немного упертый. Но я вырежу и добегу до начала этой мысли.